Доброе утро. Здравствуй, дорогой. Кто знает, как себя чувствует голодный, насквозь промерзший человек, провевший ночь в коробке из-под холодильника. Я Саид Мурадовлатов, ныне успешный бизнесмен, доктор психологических и экономических наук, востребованный бизнес-тренер, могу довольно точно и красочно ответить на этот вопрос. Эти незабываемые ощущения все еще свежи в моей памяти. Да и как возможно забыть подобное? Что часто заставило меня здесь очутиться? Почему оказался в таком плачевном состоянии? Результатом каких моих прошлых решений стало нынешнее мое состояние? И почему в тот заснеженный день я присел на эту скамейку? Я гонимый, измотанный, не верящий ни в себя, ни в свое будущее. Эта примерзшая скамья на берегу Москвы реки была свидетельницей. Припитой скольких судеб. Но путь моей судьбы до нее был далек. Он начался в тот день, когда мать привела меня на свет прямо в дороге, на горной дороге. Потерпи, Азизмо. Потерпи. Не смогу. Потерпи. Сейчас. Да? Побыстрее. Она больше не может терпеть. Сейчас рожать будет. Потерпите, глупая женщина. Не видите, какая дорога? Не могу больше. Перевал же. Сейчас рожать начнет, говорю. Долго еще? Сядь на место. Боже мой, сейчас доберемся. Азизмо, потерпи чуть-чуть. Не могу больше. Потерпи, дай мне руку. Все, началось. Чувствую, началось. Дыши глубоко. Дыши. Дыши, милая. Азизмо, давай, дыши. Дыши глубже. Вот так. Давай, дыши. Молодец. Ты главное дыши. Мы скоро доедем, Азизмо. Держись. Да не тряси ты так, Курбан! Смотри, какой красавец. Сыночек у тебя. Ты молодец. Какой красивый мальчик. Не наглядеться на него. Молодец, мамочка. Изотмо. Да. Подождите. Красавчик. Смотри, какой. Хороший мальчик. Вот так. Ну вот, дядюшка, мальчик. Поздравляю. Посмотри на него. Ух ты, мой сладкий. Хороший. А мамочка-то какая молодец. Справилась. Thank you.
стой. Стой, 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 стой. Стой. Аккуратно. Грузите. Аккуратно. Вот так. Вот так. Вот так. Стой, стой, стой. Аккуратно. Следующего, следующего бери. Здравствуй, брат Насир. А, здравствуй, Раджаб. Здравствуй. Все хорошо? Да. Загружайте. Спокойно, спокойно. Вот так, вот так. Осторожно. Ну как? Бараны хорошие? У тебя всегда хорошие бараны, Раджаб. Не торопитесь, спокойно. Да, да, вот так. Поэтому я только у тебя и покупаю. Всегда вам рады. Все готово? Отлично. Готов? На. Как договаривались? Пересчитай. Как договаривались? Тогда не буду считать. Постой. Постой, Раджаб. Сколько просишь за коня? У моего коня нет цены. Он не продается. Он мой первый помощник. Все имеет свою цену, Раджаб. Ты назови, сторгуемся. Я сказал, этот конь не продается. Но, пошел. Изатмо, принеси чашки. Сейчас, мамочка. Ашурмо, где полотенце? Несу. Иди, накрывай на стол. Хорошо. Саидмурод. Саидмурод. Принцесса моя. Папочка. И ты, моя принцесса, конечно. Ну что, покатать вас? А ну-ка. Ага. Боитесь ведь, да? Боитесь, да? Нравится? О, богатырь, и ты здесь. А ну-ка, давай к нам. Папочка, меня тоже еще поднимите. Тебя меня потом, тоже потом. Еще покатайте. Сначала папа, богатыря. Папочка, ну тогда вот, вот вам. Ах ты вот. Моя хулиганка. И еще, еще. Ты что, поливаешь водой моего сынка? А ну-ка, иди сюда. Вот тебе, вот тебе. Иди сюда. А ну-ка, иди сюда. Стой. А ну-ка, постой. Куда ты побежала? Стой, стой. Догоню тебя. Сейчас догоню. Вот и вам. Ну все, хватит, ну хватит. Хватит, мои сладкие. Все, хватит. Куда на этот раз? В Яван. Оттуда в Душанбе заеду. Давно родственников не навещал. Будьте осторожны в дороге. Не беспокойся, все будет хорошо. Саидмурод, иди сюда, папина душа. Дорогой, сладкий мой. Береги сыночка. Хорошо. А ты помогай маме. Хорошо, папа. И ты тоже помогай. Обедать пора.
Я пойду соберу зелень. Хорошо. О, моя радость, сынок. Что с тобой? Успокойся. Ну что ты? Тихо, тихо. Осторожно, камнепад! Шоти, прыгай!
Только Всевышний Аллах знает, каких неимоверных трудов стоило моей матери воспитать десятерых детей. Несмотря на то, что родственники с обоих сторон не оставляли ее без помощи. Тем не менее, тяжкий груз лежал на ее слабых женских плечах. Эта святая женщина с честью выдержала все нелегкие испытания. Здравствуйте, как вы? Здравствуй. Уже вернулся? Да. Проходи, молодец, сынок. Держи. Сложи аккуратно. Хорошо, мамочка. Азиз Мурод? Да, мама. Ничего, работай. Работай. Саид Мурод? Да, мамочка. Сынок, иди сюда. Сейчас. Что у вас? Смотри. Доска отвалилась. Нужно ее прибить на место. Держи. Я не умею, мамочка. Не беда. Я научу. Садись сюда. Смотри. Вот. Это гвоздь. Это молоток. Гвоздь ставишь на доску. Ровно держишь молоток и бьешь по шляпке гвоздя. Видишь? Теперь забей гвоздь в доску. Саид Мурод, ты что делаешь? Я хочу забить гвоздь, как вы сказали. А зачем закрываешь глаза? Я боюсь попасть себе молотком по руке. Положи руку на доску, закрой глаза. Положи руку на доску и закрой глаза. Теперь снова положи руку на доску и не закрывай глаза. Клади. Саид Мурод, видишь теперь? Это острый край. Видишь, сынок? Человеку нужны глаза. Закрывая глаза и прячась от трудностей, ты никогда не решишь поставленной задачи. Всегда смотри трудностям прямо в глаза. Ищи решение задачи, и ты его найдешь. Но только с открытыми глазами. И не бойся. А теперь возьми и сам забей этот гвоздь. Хорошо? Молодец. Теперь возьми гвоздь и прибей доску на место.
Потом прикрепим дверь. Ты понял меня? Молодец. Бери. Забивай. Начинай. Мама! Мамочка! Да, сынок. Смотрите. Иду, сынок. Иду. Вот, я сам починил. А ну-ка. Молодец, сынок. Теперь научите меня вытаскивать гвозди из доски. Зачем тебе это? Эти гвозди денег стоят. И еще пригодятся нам в хозяйстве. Сынок, ты вырастешь настоящим мужчиной. Саид Мурат, ты почему не спишь? Мне не спится. Сынок мой, о чем же ты задумался? Я думаю, зачем нам нужны часы? Разве мы не сможем прожить без них? Смотри, сынок. Часы — это волшебный инструмент. Длинная стрелка отсчитывает минуты. Короткая — часы. Минуты превращаются в часы. Часы — в дни. Дни — в годы и столетия. Это и есть наша жизнь. Если быть беспечным и не считать минуты, можно напрасно потратить свою жизнь. А чтобы этого не произошло, нужно уметь планировать свою жизнь каждый день, каждый час, каждую минуту. И часы нам в этом помогают. Каждый твой шаг, каждое твое действие, словно ход стрелки часов. Никогда не останавливайся, ибо если часы остановились, значит, они неисправны. Уже оделся? Да. Молодец, сынок. Иди завтракать, а то в школу опоздаешь. Нет, я не буду опаздывать. Саид Мурат, постой! А ну-ка, ребята, все на урок. Все заходим. Дорогие дети, для подсчета чего-то конкретного
Используются натуральные числа. Познакомимся с натуральными числами. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и так далее. В порядке возрастания. После числа 9 начинается двойное число 10. 10 — это наименьшее двойное число. Кто назовет нам наибольшее двойное число? Я. Пусть Йоров ответит. Я. 29. Ну как, ребят, он правильно ответил? Нет. Кто даст правильный ответ? Я! Можно я? Ну, сколько, Сайдмурод? 99. Скажите, дети, а он правильно ответил? Да, правильно. После 99 идет трехзначная цифра 100. А теперь назовите самое большое трехзначное число. Сколько? 999. Молодцы. Верно, ребята. Ну что, Сайдмурод, не определился с выбором? Еще нет. Мне здесь все книги интересны. Я даже не знаю, какую мне выбрать. Знаешь что, давай-ка я тебе сам выберу книгу. Так, сейчас посмотрим. Вот эту бери. «Старик и золотая рыбка». Прочтешь эту, потом выберем другую. Салам алейкум! Хаста набоши! Рахмат усто! Рахмат! До свидания. До завтра. Принимай. Ну что стоишь? Принимай, говорю. Еще. Так, принимай. Вот так. Последнее осталось. Лови. Здравствуйте. Здравствуй, сынок. Ты пришел? Хорошо. А у нас гости. Дай-ка портфель. На, отнеси чай гостям. Сайдмурод, ты пришел? Да. Постой, постой. Что с глазами? Лучше не стало? Чешутся. Надо будет тебя лекарю показать. Он тебе поможет. Заодно и познакомишься с ним поближе. Помнишь, я обещала отвезти тебя к наставнику? Изатмо, забери. Отнеси в дом. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй, Сайдмурод. Молодец. Давай, сынок. Мы сами будем наливать чай. Позови маму. У нас к ней разговор. Позови, быстренько. Хорошо, сейчас. Молодец. Дай мне чайник. Приятного аппетита. Спасибо, Сайдмурод. Спасибо. Сайдмурод очень хороший мальчик. Очень умный мальчик. Здравствуйте. Добро пожаловать, дорогие гости. Чувствуйте себя как дома.
Спасибо тебе за угощение. Садись, Азизмо. Присаживайся. Садись. Саид Мурат, иди сюда. Садись. Какой замечательный у тебя сын. Да, он моя опора. Сразу видно, серьезный парень. Весь в отца. Замечательным человеком был покойный. Да благословит Всевышний его память. Все в округе знают, что у покойного Раджаба все дети благовоспитаны. Дочери все умеют. Отличные хозяйки и достойные невестки. Спасибо, дядя Шариф. Мне приятны ваши слова. Все благодаря твоему воспитанию, Азизмо. Благодарю. Благодарю. Твоя дочь Ашурмо покорила сердце Анвара. И вот по просьбе его отца, уважаемого Собира, мы здесь. Ты нас всех хорошо знаешь. Думаю, и Собира, и его сына ты тоже знаешь. Это уважаемая семья, они воспитали порядочного сына. Да, хороший парень. Анвар станет тебе достойным зятем. Что я могу сказать? Спасибо за выказанное уважение и за ваши теплые слова. Я хоть и мать Ашурмо, но я всего лишь женщина. А здесь присутствует старший мужчина семьи. Пусть он выскажется. Саид Мурат. Ну, что скажешь, сынок? Твое слово сейчас решающее. Ты отдашь свою сестру замуж за Анвара, сына дяди Собира? Ждем твоего решения, сынок. Нет. Как так? Что случилось? Почему? Саид Мурат, постой. Посмотри вверх, вниз. Смотри вниз. Ясно. Потому что я узнал этого старика Собира. Этот Анвар, его сын, дружит с моим двоюродным братом. Он приходил к нам домой, а сам положил глаз на мою сестру, негодяй. Глаза покраснели из-за пыльцы весенней травы. Не страшно. Мы это вылечим. Спасибо. Так значит, только из-за этого ты отказал уважаемым людям? Этой причины достаточно. Ты старший мужчина в семье. Тебе и решение принимать. Но я, как твой наставник, дам тебе совет. Ты ведь сам захотел, чтобы я стал твоим наставником и обучал тебя всему, что знаю. Да, наставник. Хочу.
Терпение дает людям великое счастье. Вот тебе мой первый совет. Будь внимателен. Никогда не принимай важных решений в гневе. Гнев затуманивает твой разум. Он наихудший из советчиков. Остынь, все обдумай, посоветуйся со знающими людьми, и уж тогда принимай взвешенное решение. Кто знает, может, тот парень очень хороший человек, и твоя старшая сестра будет счастлива с ним. Я подумаю над этим, наставник. Очень хорошо. Вот это намочите в теплой воде и каждый день по 3 раза закапывайте в глаза. Спасибо. Раз теперь я твой наставник, а ты мой ученик, то я сделаю все для того, чтобы ты превзошел меня в знаниях. Приходи завтра на занятия, научу тебя тому, что сам изучал. Вот эта книга тебе в подарок. Ты должен хорошо знать Омара Хайяма. Благодарю, наставник. Теперь я каждый вечер посещал наставника. Ночами мне снились герои прочитанных мною сказок и стихотворений. Рассветы я встречал за сбором хвороста в горах, а после уроков меня всегда ждали колхозные поля. Thank you.